Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 11 мая. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Кирилла. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «владыка». Небесным покровителем его является святитель Кирилл, епископ Туровский. В XII веке на земле русской жил Кирилл. Родители его были богаты и не задумывались о богатстве духовном. Однако мальчик отвергал мирские блага и большую часть времени проводил за изучением божественных книг и в совершенстве познал Священное Писание. Почувствовав, что время пришло, юноша отправился в монастырь. Приняв иноческое пострижение, он стал служить Богу больше всех иноков, постом и бодрствованием, изнуряя тело свое, и через это сделал себя чистым обиталищем Святого Духа. Своим примером преподобный приносил огромную пользу своей братии. Стремясь к более совершенным подвигам, блаженный Кирилл удалился в затвор, на стол, где некоторое время и пребывал, подвязаясь в посте и молитве. Тут он составил много благочестивых сочинений, чем приобрел известность по всей стране. По огромной просьбе граждан и самого князя митрополит возвел преподобного Кирилла в епископский сан и поставил святителем города Турова. Много трудов было написано владыкой Кириллом, которые он распространял меж своей паствы. Проведя свою жизнь в непрестанных подвигах и достойно управляя врученным ему стадом, блаженный Кирилл отошел в вечный покой бесконечной жизни. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравим Максима, Виталия и Анну. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!